положенными Господи противляться, дай мне Божий не пригоши, дирающийся быть во главу угла Господа присесть, и сделающийся в нашей, Бог Господи, миссия нам, благословен ты, время Господне, Бог Господи, миссия нам, благословен ты, время Господне. Чтобы ты не пристоял молящих, кто бы нас избавил от великих бед, кто же бы сохранил до ныне свободный, не оступил владычица от тебе, твоего раба спасающего признать всяких лютых. Слава тебе, Боже, наш, слава тебе, слава тебе, Боже, наш, слава тебе, Иисусе, сплощайся и спаси нас. Иисусе, сплощайся и спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. И все святые молите Бога о нас. И все святые молите Бога о нас. Слава Твой Сыну и Святому Духу. И ныне присно и во веки веков аминь. Паки и паки миром Господу помолимся. И помилуй, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. И святое, пречистое, преблагословенное, славное владычество наше, Богородице Пресная Дева Мария, со всеми святыми помянувшая, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, и пресвятый мир, и спас душ наших, и Тебе славу славим, Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Пресвятый во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Иисусе, сплочайший, спаси нас, Иисусе, сплочайший, спаси нас, и Святая Богородице, спаси нас, и Святая Богородице, спаси нас, и все святые молите Бога о нас, и все святые молите Бога о нас, слава Твоей Сыну и Святому Духу. Нас, Боже, повелиться милости Твоей, молим Тесе, услыши и помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся милости Святейшему Патриарху Кириллу, Господи, нашему Сопотреспеченнейшему Митрополиту Германе и все во Христе братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся милости жизни, мире, здравия, спасения, посещение оставления грехов рабов Божьих, братья святого храма сего, и Евгения со сродниками его, Татьяны, Непраздной, рабов Божьих, поющих, стучих, трудающихся, благоукрасителей, благоустроителей, благодетелей, жертвователей, читателей святого храма сего, поющих, стучих, рабов Божьих, Ольги, Светланы, Святого Алексея, Екатерины, Екатерины, Денисе, Валерия, Евгения, Валерия, Анастасия, Анны, Нины, Елена, Максима, Людмила, Екатерина, Наталья, Дмитрий, Тимофей, Дмитрий, Сергей, Анна, Любовь, Патрисия, Наталья, Екатерина, Молодец, Александр, Молодец, София, Молодец, Елена, Молодец, Кристина, Марина, Александр, Яна, Любовь, 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 Любов
Я содремлю для Целитина, такая Синирина, Наталья, Тамара, Сергия, Танина, Лидия, Игоря, Кирилла, Павлина, Владима, Олега, Антонина, Татьяна, Татьяна, Фатина. Ежу можете сильно тяжелать, и здоровать, и вздравить во всем году. Угорзи сердце, все Господи, услыши, и помилуй. Услышанный Боже, Спасителю нашу, упование всех отцев земли и сущих, море далече, милостив, милостив, будь владыку грехов наших и помилуй. Милостив Бой, человек любит с Богом, и сим тебе славу высылаем, с обезначальным твоим отцем, с пресвятым и благим, животворящим твоим духом, и неприсный, и во веки веков. Премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, без искренняя Бога Слава, родшая, сущая Богородица, тебя величаем. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвы, причистые Своей Матери, святых славных и всех малых апостолов, и всех святых, помилуй и спаси от нас, всяко благо человека, глупец. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дорогие братья и сестры, за молитвы, за ваши чудо. Но слава Богу, все больше нас, приходящих и молящихся перед святым и чудным образом Пресвятой Владычице нашей Богородице, которая посетила свой храм, в честь которой освящен. Ну, соответственно, важно помнить именно о том, что все-таки, будучи хранительницей горы Афон, чей образ мы здесь взираем перед собой, или как ее еще именно домохранительницей канонисы, мы молимся, просим о том, чтобы Господь сохранил прежде всего храмы Божии, нас самих, входящих в этот храм Божий, целости и невредимости, чтобы мы в дальнейшем могли приобщаться к святым Христовым таинствам. И, соответственно, благодаря тому усердию и той молитве, которую мы совершаем в своих храмах, сохранил по нашей молитве и по нашему участию в таинствах церковных и наши дома, и наших родных и близких, за которых мы молимся всегда и просим, и Господа, и Владычицу нашу Богородицу именно с тем упованием, дабы, получив лучшее, не прибегнуть к худшему. Поэтому, когда мы всегда молимся и просим Бога, стараемся сохранить, к чему я всегда призываю, старайтесь сохранить ту благодатную помощь, ту благодать, которую вы получаете от чудотворной иконы Богородицы, и стараться эту благодать сохранить, исходя из храма, и стараться ее приумножить. Через совершение добрых дел, через помощь храму Божьему, через участие в храме Божьем, в таинствах, как я уже сказал, Христовых, прося молитвы родных и близких, стараться исповедоваться, причащаться, чтобы та благодать, которую вы получили, послужила вам на пользу и даровала вам с избытком всего того, чего мы для себя желаем. Благостыни, благополучия, любви и всякого здравия душевного и телесного. Напоминаю, что икона у нас будет находиться до 18 числа. Каждый день перед иконой будет так же, как мы с вами сейчас помолились, служиться молебны в 10 и 18 часов вечера. Каждый желающий может приходить, помолиться, а также совместной молитвой. И, соответственно, постараться уже к богослужению подготовить себя к исповеди, к причастию, чтобы уже наполнившись благодатью святых Христовых таинств, уже получить для себя полезное. Ну и также напоминаю, сейчас, может быть, многие видели на входе объявление о расписании богослужения, что у нас
добавляется еще один круг богослужения. С начала июня месяца у нас будет еще в четверг вечернее богослужение с каноном о тяжкоболящих или о болящих, у кого есть родные и близкие болеющие, будут читаться. И божественная литургия в пятницу в 8 часов утра. Храни вас все Господь, ангелы. Наш храм прибыл образ Пресвятой Богородицы, икономиса, или еще называется игуменья Святой горы Афон. Значит, этот образ написан на горе Афон одним из монахов монастыря. Вот, это точная копия с образа, который постоянно там хранится. Тот образ 9 века, значит, сей образ чудный написан и освящен в монастыре. И пронесем по всем храмам и монастырям горы Афон. Приложен ко всем святыням, которые там находятся, реликвиям, которые почитаются как православной церкви, так и всем миром известной святыни. Вот, и привезена в наш храм, дабы каждый человек имел возможность приложиться, потому что не у всех, мы знаем, есть возможность выехать в Грецию для поклонения. Но вот сама Пресвятая Богородица прибыла, чтобы любой человек имел доступ к этой святыне, помолиться, попросить, что каждому из нас нужно, и по своей вере, по своим горячим молитвам получить просимое. Значит, Владыка благословил один из храмов, любой, чтобы он принял вот эту святыню. Мы планировали вот как бы привоз именно приурочить к дню празднования Великой Победы, к 70-летию. Вот. И как раз-таки мы вот 7 мая в наш храм святыня прибыла, вот, и пробудет до 17 мая включительно. Вот, чтобы, знаете, получился такой праздник в празднике, вот, чтобы не только вот как бы поднять патриотизм, да, вот, но и духовно со стороны церкви духовно поддержать и ветеранов, ну и вообще каждого жителя города, потому что мы знаем, что практически в каждой семье был человек, который в той или иной мере участвовал в Великой Отечественной войне. Поэтому мы вот со своей стороны как бы вот планировали и планируем поддерживать духовно каждого человека. Но я считаю, это радостное событие не только для прихода, но для региона и города в целом. Почему? Потому что, когда прибывает тайная святыня, да, любой человек, он ждет какого-то чуда. Это что-то такое сакральное, что-то такое тайное вот в этом. Значит, поэтому каждый человек приходит и ждет вот от того, что он сюда пришел, получить какую-то частичку тепла, частичку благодати и с собой забрать домой, поделиться радостью вот этого благодатного посещения с родными, близкими и дальними людьми. Поэтому я считаю, событие это в целом большое для региона. Вот. И мы и впредь будем вот как бы стараться привозить как бы такие вот святыни, дабы каждый человек имел возможность приложиться и поучаствовать в церковно-приходской жизни.
Да, да, уже вот одно из таких интересных моментов, ну вот, значит, женщина приходила и рассказывала нам такой случай. Значит, она оставила анкеты для трудоустройства, ну, в разных местах, вот, чтобы ее приняли на работу. Вот, и тишина-то всюду была, вот, ну, ни звонка, ничего, никакой информации. Значит, после того, как она приложилась к образу Божьей Матери экономиста, значит, она говорит, только вышла из храма, звонок, мы по поводу вашей анкеты, вот приходите, вы нам подходите. Вот, она на следующий день пришла и нам вот рассказала свое чудо. Вот для этого человека, значит, чудо уже свершилось. И я каждого призываю, чтобы здесь нужно, важно понимать, что, значит, приложиться можно многим людям, но чудо не каждый получит. Господь в Евангелии недаром говорит такие слова: «По вере вашей да будет вам». Поэтому, если каждый человек будет иметь в себе веру хотя бы с горчичное зерно, то своей веры даже горы сможет переставлять. Поэтому нужно искренне верить в чудо, искренне верить в то, что Господь и Его Пречистая Матерь будет помогать, участвовать в нашей жизни. Ну и, конечно, при этом иметь горячую молитву, дабы молитвой, как раз-таки, молитвой мы знаем, что это разговор или беседа с Богом или с Его святыми, вот, чтобы прикоснуться и соединиться, пообщаться и попросить, что каждому нужно искренне. Ну, на самом-то деле, к Пресвятой Богородице можно обращаться с любыми вопросами, на самом деле. Но у нас, как правило, вот люди привыкли, что вот такому-то святому молятся в таких-то жизненных обстоятельствах, такому-то образу Пресвятой Богородицы в таких-то жизненных обстоятельствах. Вот, ну, принято вот образу Божьей Матери Экономиста молиться о каких-то финансовых вопросах, да, помощи как раз в трудоустройстве, в жилищных каких-то вопросах. Недаром вот экономист как раз переводится «домоустроительница». Поэтому как раз-таки люди, многие приходят, просят и устроение какого-то домашнего, семейного очага. Вот, Пресвятая Богородица всех слышит и помогает каждому, вот, настолько, насколько у человека есть вера. Ну, здесь я считаю, что Господь каждого посещает, вот. Просто иногда нужно, может быть, подождать, попросить побольше, потому что, значит, у каждого свой путь. Вот церковление, у каждого свое общение с Богом, с Его святыми угодниками. Вот. Поэтому здесь важно понимать, что если даже чудо, может быть, сразу не свершилось, это же, понимаете, тут нужно помнить о том, что это не волшебная палочка, что вот, или не таблетка от головы, да, что таблетку выпили, голова перестала болеть. Здесь немножко другое. Здесь как раз-таки вот все основывается, вот база – это наша вера и наша молитва. Вот. Если человек просто, ну, услышал, что все идут, и я пошел. Ну, как бы стоит немножко как бы углубиться в глубину вот того, осознать, что здесь важна вера и фундамент этого сам Господь. Поэтому, если человек просто пришел, да, не участвуя в таинстве, да, церкви, важно помнить, что фундамент – это таинство церкви, которое Господь дал для каждого из нас. Ну, и, конечно, вот те святые как раз-таки подкрепляют нас в нашей вере. Поэтому каждый пусть приходит и просит, и искренне в это верит. Ну, для меня, как для настоятеля нашего прихода, важно, что, во-первых, что образ прибыл к нам, и что, может быть, кто-то, и уже получивший исцеление, и те, кто придут, еще получат помощь или исцеление, вот, они укрепятся в вере. Это первый момент. Второй момент. Для меня, как для настоятеля, важно, чтобы люди знали о том, что наш приход, он живет и развивается, что мы, ну, люди, как бы, которые не стоим на одном месте, а жизнь церковная накипит у нас. Вот. И третий момент, это, конечно, мы знаем, что люди, когда приходят, они финансово помогают приходу. Вот, конечно, финансовая поддержка, она для, тем более для строящегося, благоустраивающегося прихода, это тоже очень важный момент подспорья. Поэтому я всех приглашаю еще раз и всех благодарю, кто пришел, посетил и разделил вот эту радость приезда в наш храм образа Пресвятой Богородицы Экономиса. Я как приезжаю сюда, живу сейчас в Москве, приезжаю сюда и сразу же прихожу к отцу Евгению и к Матронушке, потому что они мне помогали на протяжении 5 лет. У меня тяжело было боль взять.
всем приходом за него. Тяжело был болен зять, и всем приходом за него молились. И я как приезжаю сюда, обязательно прихожу. А сейчас вот узнала, что здесь икона находится. Зять, к сожалению, умер. Во всем храмам за него тоже молились, за упокоение его души. И прошу сейчас, чтобы мне Господь Бог и эта икона помогли помочь дочери воспитать его маленьких детей. Для всех своих родных и близких прежде всего прошу здоровья, мира в семье и, конечно, благополучия, чтобы Господь Бог и эта чудотворная икона дали силы нам воспитать внучек, помочь детям и мне, и мужу. У меня муж тем более болен, тоже он чернобылец. И за него пришла просить. И за маму, которая еще жива. Вот для этого здесь. Я сейчас читаю молитвы за своих детей, за внуков. А акафисты читаю дома. Вот акафист этой иконе, Богородица конкретно еще даже не нашла, просто заказала молебен. И выстоял этот молебен здесь, в надежде, что Господь милостив и услышит меня. Всех приглашаю сюда. В этом храме очень тепло, уютно. Помогают, встречают, выслушивают со всеми болями. Уйдете, на сердце будет легче. Эта икона оберегает меня очень давнее время. Я знаю эту икону еще лет 7 назад. Одна очень добрая женщина мне подсказала, что благодаря этой иконе разрешаются тяжелые семейные дела, то есть обретение дома, обретение семьи своей, любви и так далее. То есть она помогает всем людям, которые обращаются к ней в житейских тяжбах. И когда я узнала, что эта икона приезжает к нам в город, мы первым делом, я позвонила своей подруге, и мы решили сюда поехать, потому что это обязательно надо было сделать, так как я сама знаю, что эта икона творит чудеса. И приложиться мы должны были к ней обязательно. Все мои друзья знают об этой иконе, то есть все мои сотрудники, вот с которыми мы работаем, я тоже рассказала им об этом. И действительно, икона творит чудеса. Благодаря этой иконе мы с мужем приобрели квартиру благодаря мольбам Иисусу Христу и, конечно, Богородице. Она стала нашей защитницей в делах, помощницей. И когда у нас происходят какие-то невзгоды, именно вот житейские, то я всегда к ней обращаюсь, она помогает нам. Это действительно чудо Господне, что она посетила наш город, что это очень редкая икона, я знаю о ней историю, что я не буду, может быть, ошибусь, но был монах, у которого был приход, и когда, значит, иссякли их запасы житейские, он уже отчаялся, и ему явилась Богородица, и сказала ему о том, что иди в свой приход, и у тебя все будет хорошо, не отчаивайся. И когда он пришел, он увидел, что запасы их полны, зерна, продовольствия и так далее. Он рассказал это своим монахам остальным, и после этого беды покинули их. И точно так же, как вот икона помогла в то время, не икона, а Богородица помогла этому монаху, так же она помогает нам. Я на себе это проверила, это действительно так. Самое главное относиться к этому с верой глубокой, из души, и верить в это не просто вот как к образу преклониться, а внутренне очень быть сильно верующим человеком. Надо просто не закрывать глаза, надо их открыть и принять это чудо. Чудеса происходят каждый день, и мы их просто не замечаем. Но если, как вот говорят, все познается в сравнении. И наша жизнь, она сама по себе чудо. И все, что с нами происходит, это все по воле Господа. Все идет от Бога. И все чудеса идут тоже от Бога. Самое главное – верить. Верить, и все будет хорошо. Да, мы очень рады, что вот у нас, Господи, слава Богу, что у нас есть время приехать в этот храм. Мы здесь уже второй раз. Здесь очень хорошие иконы с мощами. Мы приезжали сюда вот с Таниной дочкой, когда привозили, я уже не помню, семьями. Семьями.
Да, и очень рада, что действительно такая святыня посетила нас, потому что это очень редкая икона на самом деле. И это тоже чудо. Вот буквально, вот говорят же о чудесах, да, вот вы сейчас говорили. Мы только что вот вспоминали, что как бы хорошо, вот если бы мы увидели эту икону, вот буквально прошло какое-то время, и на нас это свалилось на самом деле. Поэтому надо верить. Надо верить в доброе, в лучшее. Всем людям мы желаем добра и счастья. И чтобы побольше у нас храмов было, побольше веры, поменьше зла. И самое главное, чтобы люди растопили в своих сердцах добро. А оно есть у всех.
пришла попросить благословения у нее на нашу жизнь, на то, чтобы мы все вернулись к храму, к нашим истокам, чтобы у моих детей и внуков было благополучие, чтобы была работа, чтобы было здоровье. Вот это я пришла попросить изо всех, и чтобы мир был и у нас, и на Украине, и чтобы мы же все мирно жили и под голубым небом, и чтобы все у нас было хорошо. Вот за этим я пришла, и это я попросила. И даст Бог, она поможет, она всем помогает, эта икона. Что вы, я была, когда привозили пояс Пресвятой Богородицы с Афона. Это же просто чудо было, вы не представляете, это просто вот как крылья вылезли. Я просто летала, летала в храме. Необыкновенное, просто что-то необыкновенное, и помощь большая. Я могу одно сказать, что благодаря только тому, что вот мы ходим в храм, мы еще пока и живы. Потому что и работы не было, и здоровья нет. И все равно мы скрипим, и живем, и ходим, и слава тебе, Господи. То есть я считаю, что это только помощь. Только помощь. Это чудо просто, что мы до сих пор еще живы. Я ж никто не почувствовал вот это вот внутри себя, что вот это благодать, но я это считаю необыкновенное что-то, вот очищение, внутреннее очищение, побуждение к хорошим поступкам, отрицание всего плохого. Это было всегда, но вот это усиливается, понимаете? Это усиливает. Вот все эти иконы, все эти чудеса, вот это чудо, конечно, что человек очищается внутренне, становится лучше. Я могу сказать, как я пришла в храм. Я поехала в Ленинград, не верила, ничего. Это был 90-й год. И вот почему-то у меня в голове надо посетить кладбище ленинградские. С чего мне вдруг брелось? Я взяла карту. Надо мне вот на Смоленское, как он называет, Смоленское кладбище мне надо. Приехала туда, а там, оказывается, Ксения Блаженная похоронена. Это ее кладбище. Я ничего не знаю, иду спокойно себе. Драк, сзади мне голос. Не проходи мимо. Вот, подойди, напиши записочку, пожелай чего-то, все тебе сбудется. Поворачиваюсь, никого нет. Иду, маленькая часовенка, закрыта, и записочки бахромой на ветру шевелятся. Я написала, у меня ничего не было. Дали мне бумажечку, дали мне карандашик, написала, чтобы моей дочери все было хорошо. И вы знаете, да, да, хорошо у них все. Прекрасный брак, трое прекрасных детей, все верующие. Вот, пожалуйста, я себе ничего не просила, я просила им. У них все есть, все сбылось. В 2004 году я случайно узнала, что идет крестный ход в Екатеринбург на открытие храма, где царя нашего убили и его семью. Вот. Ну и я, значит, думаю, посмотрела, денег вроде немного, думаю, ну у меня продукты есть, отнесу им не нужнее, им нужнее. Пришла, а они в этот день как раз уходят, а я даже не знала этого. А у них, значит, автобус, вот они, я отдала, и вот смотрю, они ходят, и думаю, вот идут, а я же и не дойду, здоровья нету, и с работы не отпустят, и вот прямо у меня в душе все жалость, так мне хочется пойти, так мне хочется пойти. Все прошло, забыла. Через месяц где-то звонит мне вдруг сноха из Москвы, жена брата моего, и говорит, хочешь в Екатеринбург на открытие храма Спаса на Крови? Я говорю, хочу. Она говорит, все, поехали. И мы с ней съездили, вы представляете? У меня ни денег не было, ничего. Они мне все оплатили, и мы с ней съездили на открытие. И шли крестным ходом на Ганину яму, и все, и дошли. И она не молодая, и я не молодушка, и все. Вы понимаете, это ли не чудо? Ну, это ли не чудо? Это просто удивительно. Может быть, еще какое-то чудесное такое? Факт, чудо такого есть у вас? Ну вот это ли не чудо, я не знаю. Я захотела, нет, и так да, и получилось. Еще что-нибудь. Потом она говорит, куда ты хочешь еще съездить? Я говорю, я хочу. Мы с ней съездили, значит, подождите, как? Ой, памяти нету, сейчас скажу.
Где у нас канавка Пресвятой Богородицы? Вот, не, это, Дивеево. Я говорю, хочу в Дивеево. И мы с ней поехали в Дивеево. Там заехали в Санаксары. Вот потом мы, значит, когда были в Екатеринбурге, поехали в Верхотурье. Совершенно вот спонтанно поехали в Верхотурье, съездили туда. Потом на даче у нее были и говорю, ну куда ты теперь хочешь, она меня спрашивает. Я хочу в наш вот мужской монастырь старинный. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это там вот под Курском где-то. Оптина пустынь. Во, в Оптина пустынь. Говорю, так хочу в Оптина пустынь. Потому что слышал о ней, все. Все, мы с ней съездили. Вот понимаете как? Просто замечательно. Неожиданно совершенно. И она не собиралась, и я не собиралась. Съездили, и мы видели Илью, он нас благословил. Причем, что меня поразило, он когда вышел, маленький, сухонький, а у него из глаз вот как будто фонари светят. Необыкновенный свет у человека. А сноха моя говорит, я не видела это. А я видела свет этот. Вот удивительно, удивительно. Вот это все правда, до единого слова. Да, я очень верующий человек, я верую в Иисуса Христа и в Господа Бога нашего. Потому что от этих икон и наших икон все происходит чудотворное. И действительно, то, что мы в реальности думаем и соображаем, это все получается так, что это в действительности все получается. И хочу сказать то, что вот который храм есть в данный момент, и егошние люди, которые здесь присутствуют, они очень делают много хорошего и делают, творят добро, вернее, от Господа Бога. Вот, и помогают людям. Они мне не раз помогали, и я обращался. Даже в том случае, когда у меня была очень серьезная ситуация с домашними условиями, у меня была необходимость какую-то получить гуманитарную помощь, так как я нездоров и очень болею, они мне помогли. И я очень и очень благодарен Господу Богу, что есть такие на земле люди и помогают нам в этих случаях. Вот. И думаю, что люди действительно одумаются и не будут грешить на этом белом свете. И будут творить только добро. Да, я хочу, чтобы моя жена действительно родила. Она уже беременная, вот-вот родит. И хочу, чтобы действительно все болезни, которые были, она исцелила. И не было таких болезней, которые люди страдают и очень-очень болеют. И хочу, чтобы мир был на земле и было действительно хорошо людям и счастливо. Как бы, ну, действительно всем сердцем и всей душой. Да, я хочу, чтобы они были действительно дороги друг друга и любили, как никогда. И ценили общество, в котором они живут. И действительно, ихняя совесть – это мерило, это обязательно, ихние души. Чтобы они задумались и не творили зла, и не ругались на этом белом свете. Потому что она очень-очень коротка, эта жизнь. Мы живем не тем, чем мы хотим, а тем, что мы желаем. И действительно, мы желаем от Господа Бога и просим у Него. И я очень... Спаси, Господи. Вы знаете, ну, как и любой православный человек, мы привыкли просить у нашего Господа помощи в своих делах, в своих поступках, в мыслях. Именно это сюда меня и привело. То есть услышали про то, что привозят сюда икону, и вот решили, ну, пока я на выходные всей семьей приедем, приехать поклониться. Я хочу и всегда прошу прежде всего помощи в своих поступках, в направлении, то есть, чтобы меня направили в правильном русле, в правильном направлении, может быть, это тавтология. То есть мы просим прежде всего не каких-то материальных благ, мы просим прежде всего помочь нам идти в нужном направлении. Ну, вера, она всегда помогает, то есть без веры жить на самом деле очень тяжело, потому что
ну, знаю массу примеров, когда люди, ну, некоторые из них моими друзьями являются, и говорят, что они законченные атеисты. Ну, масса примеров с ними была, как бы, когда показывалось, что, ну, это неправильно, скажем так. Вера, она... Человек должен во что-то верить. Мы верим в нашего Господа, да, мы верим в то, что все будет хорошо. Ну, а чудес, ну, наверное, не было. Ну, можно я скажу не про себя, а про своего отца. То есть родители, да, ну, они, собственно, и крестили нас, своих детей. Вот они, прихожане, да, они очень, вот, скажем так, ревностно относятся к нашей вере. Вот у отца такие вот чудеса были. То есть у него проблемы со здоровьем, проблемы со спиной были. И вот при помощи постоянных молитв, как бы, все сейчас становится нормально. То есть вот, вот так вот. Поверить. Просто поверить. Да, они не верят. Ну, принять, они рассуждают мозгом, а, как бы, да, надо принять это сердцем, то есть поверить просто в это, ну, вот, как-то так. Ну, в любом случае это хорошо, люди в любом случае прикоснутся к частичке святого, да, то есть... Приходите, могу всем пожелать приходить сюда, прийти сюда. Я пришла с той целью, что знаю и верю, что Пресвятая Богородица всегда нам помогает, везде помогает. Вот сколько не обращалась насчет здоровья, Матерь Божья тоже слышала меня. А сейчас вот я пришла, дочери долги большие, вот я пришла ей попросить, чтобы помогла Святая Божья Матерь. Рассчитаться ей с долгами, и чтобы и внукам моим тоже, чтобы они учились хорошо, попросила их, были здоровы. Внучки не получается с химией, попросила я. Ну, надеюсь, что она услышала меня. Матерь Божья, поможет она мне и моим детям. Так вот, всегда Матерь Божия – это Матерь всех матерей и детей. Ну, конечно, было. Было. Что просила, то она и помогала. Что она в здоровье помогала. Я 3 раза была в таком состоянии, что это уже, наверное, все было бы. И с сердцем плохо было. Матерь Божия просила. Помогала Матерь Божия мне, помогала. Конечно, все мы верим и знаем, что есть Господь. Веровать. Самое главное – веровать.